С одной стороны, замечательное дело – создание комфортной городской среды. Но с другой стороны, происходит уничтожение этого самого комфорта. Подрядная организация, которая завозила для благоустройства чернозем, мягко говоря, уделала всю улицу. Живя на центральном проспекте города, я имею вот эту непроходимость. То есть как в убитом колхозе каком-то, только в кирзовых сапогах или в болотных, я не знаю. Мы обувь убиваем, несем это в квартиры. Грязь люди несут не только в квартиры. Продавцы расположенных здесь магазинов говорят, что покупателей стало меньше. До торговых точек приходится добираться по грязи. По словам подрядных рабочих, чернозем они больше сюда не возят, но чище от этого не становится. Как-то улучшить ситуацию пытаются местные дорожники, но тоже сталкиваются с проблемами. Здесь пешеходный тротуар, и стоят машины, невозможно работать, грязь убирать. Вот. Потом люди жалуются, что грязное здесь все. Получается, чтобы стало чисто, нужно просто создать условия для дорожной техники и убрать личные авто. Жители проспекта Ленина, попробуйте, вдруг поможет. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.